По-любому. 5 минут! Какое-то разоблачение, если оно 5 минут, блядь, идет. Что за бред? А как мне это на 3 часа растянуть? Каждый видел в своей жизни бабок, которые топят за Советский Союз и называют это время самым прекрасным и желают в него вернуться вновь. Именно для таких людей создали канал с короткими видео под названием «Сделано в СССР». Для тех, кто не знает, о чем этот канал, то вкратце этот канал посвящен выставке, ярмарке под тем же названием, где в видео Никита, уже ставший амбассадором этого канала, показывает антикварную технику Советского Союза. И не только. Канал бы не заинтересовал бы такую массу зрителей, если бы не одно но. Удивительный голос мальчика. Никита, ты... Сука, я с этого Никиты ору, так там... Там не Никита, там еще второй какой-то чел появился. Там их теперь 2. А в одном ТикТоке их было даже 3, блядь, чтобы вы знали. Целых 3. Сегодня какой красавчик-то, это вообще, ты просто бомба, понимаешь? Ну-ка расскажи, что там, как на тебя люди реагируют в таком наряде, а? Реагируют положительно, все улыбаются. Многие называют его дедом и ловят с него рофл. Но не переживайте, это только в ТикТоке. В YouTube Shorts все же очень любят Никиту и называют его непосредственным, интересным и вежливым. Не знаю, как они это выяснили на видео, где он просто танцует, но... Ладно. За Никитой видны странности, за это он и полюбился народу, и мне в том числе. И я бы не стал делать это видео просто так, если бы не узнал одно но. Больному 20 лет. Заболевание также началось в старших классах школы. До этого прекрасно учился, проявлял некоторые математические способности. Нет, я драться не умею, я умею только убивать. Ебать, что за хуйня? Все начинается с того, что в 2020 году автор канала «Назад в СССР» находит еще совсем маленького мальчика Никиту. Он понимает, что Никита – это уникальный персонаж, который будет привлекать людей на выставку-ярмарку. В 2021 году он... Это Никита вот это? С Никитой начинает делать прорывные видео, которые приносят им первую славу. Чем ты там опять занимаешься? Я занимаюсь ремонтом электропоигрывающего устройства 2ИПУ 3... Ему тут сколько? 13? Я примерно так же разговаривал, блядь, если что. 127. И так проходит 3 года. Я тебе сейчас дам Токсис. Ты чё, сука, пишешь? Так, ни слова негативного про Токсиса. Наташа помогает шефу. Канал растет и развивается. Появляются новые актеры, такие как Ваня, Демид, Илья. А, добрый день. О, вот они. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Илья Феликсович. Но в данном видео я их затрагивать не буду, так как хочу поговорить именно о Никите. На интервью ему задали интересный вопрос. Какие девушки ему нравятся? Пожилые. Нравятся все девушки, без исключения. Ответ был очевиден, и никто другого не ожидал. Но внезапно появился странный видеоролик на просторах YouTube, где Никита совершает высказывания в электроколебательной звуковой системе через внешний микрофон. Опа-на, непонятно, но нихуя себе написал. Значит, по телевидению почему сказал, что это мне на дети и семья, потому что, ну, если бы я сказал, что мне нужны мужики и тому подобное, во-первых, бы отец начал, ну, возмущаться при этом, и они бы все равно это не... Что? Какие вы, блядь, что? Не может быть, что за хуйня? Пустили, потому что у нас телевидение не либерально. Одежду я вообще не стираю, не месяцами не стираю, естественно, превращается как бы... В полное безобразие, все в пятнах, обляпанное, в общем-то, и тому подобное. Но она более-менее, ну, пока до дыр не дойдет, я отношу к Илье портной, мне зашивает, я дальше ношу. Причина полностью ясна и понятна, и любой на его месте сделал бы так же. Но откровения Никиты, которые вы услышите дальше, поражают все больше и больше. Ну, наверное, вот эти интересы проявились, когда я познакомился. Чё за хуй? Чё это за хуй? А, блядь, алло, что написано? Я люблю такое сексуальное убийство, педофилии, расчленка и маньяков. Люблю смотреть «Скрытие» в морге. Нет, я все это делать не буду, но наблюдатели смотреть, то пожалуйста. Ой, бля, ебаный в рот, что за хуйня? И это вот это, вот это вот, это вот это то, с которого я рофлил, что ли, блядь, в ТикТоке? То есть я примерно понимаю, кто мне в бота закидывает вот эти видео. Философия из куфа альтушек, психопаты из телеги. Как живут дети серийных маньяков? Больной педофил ищет любовь в лайк. Да, женщина работает патологоанатом
что это мегазмертно, не могу жить. Зло, в общем-то, в милиции, в полиции работает и тому подобное. Это все дело на мне. Немножко там рассказала, я очень интересовалась, потом она это нехотя очень говорила, потому что ну, мне было просто интересно, я никогда с этим не сталкивался. Хотя я видел, и так как у меня окна выходят на железную дорогу, я постоянно там раньше видел людей сбитых, потом на переезде несколько людей лежало замертво, потом при мне поезд там сбил человека, ну все это я знаю. Никита на интервью утверждал, что соцсетей у него нет. Вы знаете, у меня нету соцсетей, и у меня нету телефона, сенсора. У меня обычный кнопочный телефон, и мне этого достаточно. И тут встает вопрос, сделал ли он аккаунт, или кто-то сделал аккаунт вместо него и распространяет дезинформацию. Владелец канала «Сделано в СССР» говорил, что это все фейк и нейросети. Понятно, что сообщение можно подделать, и голос тоже, но сделать это настолько хорошо, мне кажется, невозможным. Также про Никиту есть информация, там где он со своим другом Ильей были пойманы на краже. Они надели старинные костюмы за 30 тысяч рублей и попытались уйти. Охранники заметили... Это прикол какой-то или что? Или это... Это рофл какой-то? Это какой-то рофл? Это розыгрыш? Или что? Я не понимаю. Нет? ...или их, и они отхватили людей. Они... Это пи***ц, блять! ...завели дело, и они признали содеянным. Пока нет, не это важно. Важно. Нет, ты мне это сейчас... важно. Нет, ты мне сейчас скажи. Нет, это важно. С коллегами по цеху, Ваней и Демидом, есть интересные переписки. И именно с коллегами, потому что Никита их за друзей не считает. Чем вы с ним дружите, если он такой, потому что мы давние знакомые с ним, ты хочешь, чтобы мы его бросили? Я ничего не хочу, ваше дело. А по нему не видно, что он хочет с вами дружить. Так он сам сказал, что мы не друзья. В ходе переписки узнается, что высланный... Да, он любит, конечно, но он сам никого не убьет, конечно, может. Но должен постараться еще, все-таки он дрыхленький. Но, судя по видео, он высокий довольно и в теле вроде бы. Да, 198 сантиметров, как накинется еще, не дай бог. Ну, конечно, с ним тяжело, но мы помогаем всем, ему особенно. Я не знаю, я вот эту хуйню смотрю... Дневник критика, 5 подписчиков. Как-то бред, может, написан, я хз. Почему, блядь, скрин предоставлен, а не переписка сама, ну, то есть оригинал? Какой-то наебалово, блядь, мне кажется. Это был очень хороший видос с разоблачением, но его удалили. Думай. Я хз, слышите? Я, короче, оставлю эти размышления на вас, потому что, ну, если у него реально такие беды с башкой, и он реально такое пишет, тогда надо его куда надо отправить на лечение. Получается, гей, ну ладно, гей-то похуй. Но он же пишет, что ему нравятся сексуальные убийства, педофилия, расчлененка, маньяки, вскрытие в морге. Если это реально вот, ну, был так, пи***ц, это бед с башкой, нахуй, типа. На Никиты сообщение является правдой, и они давно знают об его увлечениях. И... Когда я дышу увлечением Никиты, ну так у меня у самого такое увлечение. Я про то, что он дрочит, то как детей осуждаю. Только я и на другие темы распространяюсь. Ахаха, сам узнал только что, до кого я обманываю, знаю о нем все, приходится мириться, что поделать. Дамы и господа, значит, оставляю вывод на ваших плечах по данному видеоматериалу. Не могу взять на себя полноценную ответственность за то, что это в действительности является фактом, поэтому решайте, пожалуйста, сами своей головой. Я теперь немножко по-другому буду смотреть на него, вот так. Не обращает на это внимания. Хотелось бы не отменять Никиту и канал «Сделано в СССР», так как этот канал в своем роде уникальный. Я сам нередко его смотрю, просто надо достучаться и назначить... Как это крипипаста, блин. ...лечение Никите, так как нужно поставить человека на нужный путь, ведь его родителям, по всей видимости, было наплевать на свое чадо, когда оно росло. 5 минут разоблачения, его удалили? Ну я охуел немножко, если честно, я вот сейчас смотрю... Ну, я немножко в ахуе, если это правда. Ну, так свободно об этом говорить, ну, я не знаю. Ну, хоть бы, ну, не говорил бы, наверное, это, я не знаю. Ну, просто кто же знает, что у кого в голове, да, очевидно. Это типа такой, ну, рассказывает, как будто это норма, блядь, в обществе такой хуйней заниматься. А тогда бы мы не узнали, например. Я не знаю, чуваки. Но было дольше, интереснее, а это вообще другое. Там прям много... так, Ванчес, найди, пожалуйста, я хочу полноценное посмотреть. Персонаж-то, блядь, реально интересный, которого знают реально все. Потому что там на ТикТоках чуть ли не по 1 000 000 лайков, где он появляется. Удалили. А найди оригинал, может, есть где-то? Может, какой-то сервис задублировал просто?
Может, два чак где-то дернуть, я хз. Мартышкин, вот видео. Вот, и поэтому... Ой, ебать, голосовые видео Никита Электроник. Так это не то. Значит, по телевидению почему сказал, что там мне надо дети и семья? Потому что, ну, если бы я сказал, что мне нужны мужики и тому подобное, во-первых, отец начал, ну, возмущаться при этом. Если бы это было каким-то пиздецом. Но, судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Да, то же самое, только тут все голосовые Никиты звучат дольше, чем то разоблачение пятиминутное. И они бы все равно это не пропустили, потому что у нас телевидение не либеральное. Ну, а если вот так уж получится, что человек, ну, значит, это мне понравилось... Держи перезалив. Что это? Я так и знал. Говноедящий ебаное. Он мне понравился, будет со мной жить. И если, ну, он захочет выдать, ну, у нас же правило какое, ну, все это и не должны знать, но я вообще-то скажу, что, нет, это устоявшееся правило, вообще-то, у кого, значит, половой орган больше, ну, именно кто сожительствует с... Я хуй знает, я не слышу нейронки, блядь, здесь, то есть, ну, эту хуйню, ну, нейронки пока не настолько охуенно сделаны, чтобы вот передавать даже тембр, передавать даже, ну, вот эти запинки, ну, это ж бред. Это не нейронка. Вы вообще знаете, как нейронка работает? Ты также должен разговаривать. Вот, получается, вот, Вован, реально на 2Ч тред был. Ну, конечно, блядь, гон, сука, ебаный, блядь. Таким, ну, представителем меньшинств, он же и, так сказать, первый и... Это психологический анализ. Но тут на 11 минут. А там на сколько было? Вот оно на Рутубе есть. Сука, блядь. Ты такой мудак ебаный, блядь. Да пошли вы нахуй. Что, не открывается, да? Иди делом лучше займись. Гаденыш. Опять за... Твою мать, блядь, это пи***ц. Что, я больше ссылки не открываю, все. Начинай. Это при том, что в это вот это, они как бы универсальные, и пассивы, и активы. И значит, он начинает, а я заканчиваю, так сказать, ну, потому что так получилось, что орган у меня, так сказать, не большой. Вот, а, значит, эту, как его, а бывает, что даже это, и им не надо, и, в общем-то, вот, подрочить и тому подобное. Все, а, все нет, больше не надо, все как бы так. Или кто-то пососать и тому подобное. Тоже бывает, что... Алло! Кто там сказал, что это ебаная нейронка, это ебаная шиза какая-то, сука? Ну, в здравом уме, блядь, человеку, нахуй, который захотел Никиту подставить, да он такую хуйню бы не нес здесь. Сосун коммунист. Нет, я смеюсь, потому что единственное слово, которое я знаю, это коммунист. Все, блядь. Ну, то есть, любое другое политическое слово, нихуя бы я не посмеялся, не смешно было бы. Ну, кто такой коммунист, я теперь знаю. Мне всем чатом объясняли, кто это. Это дело не люблю. Ну, если так получится, что человек, ну, надо его. Так я не понимаю, как может быть коммунист и письки сосать? Он должен быть либералом, наоборот. Это ж логичней. Кто? Я говорю, коммунист сосун. Я не понимаю. Что вы пишете, кто? Ну, очевидно, Никита. Ну, хочет со мной жить. Я хочу с ним жить. Но придется. Ну, а что? Что его упускать, что ли, такого хорошего человека? Нет, это нельзя делать. Поэтому, если уж так получится, ну, придется, так сказать, поставлять задницу свою. Ну, что же делать? Как же... Пожалуйста, остановитесь. Это не может быть. Нейросеть. Я отказываюсь в это верить. Мне 26 лет завтра. Надо же все-таки как-то совершенствоваться. Не только же в одной функции, так сказать. Ну, а если вот так уж получится, что человек, ну, значит, это мне понравится, он мне понравится, будет со мной жить. И если, ну, он захочет выдать, ну, у нас же правило какое, ну, ну, все это и не должны знать, но я вообще-то скажу, что нет, это устоявшееся правило, вообще-то, у кого, значит, половой орган больше, ну, именно кто сожительствует с таким, ну, представителем меньшинств, он же и, так сказать, первый и начинает.
это при том, что в это вот это они как бы универсальные и пассивы, и активы. И значит, он начинает, а я Бля, ебать, он рассказывает аж. Чат, я не гей, но почему мне интересно нахуй то, как он это рассказывает? У кого у нас-то, блядь, это принято? Не, ну я уверен, в чате точно есть люди, там, представители однополых, получается, меньшинств. Но даже от них бы я это не услышал. А вот от Никитоса какие-то правила, блядь, там, поняли? Так у нас, говорит, там, получается, такое правило-то какое? Получается, такое... У кого детородный орган-то больше, тот и первый начинает. О, а вы это даже и не знали по-любому. Заканчиваю, так сказать. Ну, потому что так получилось, что орган у меня, то есть, и не большой. Я это уже слышал же, блядь, алло, что за хуйня? Вот, а, значит, эту, как его? А бывает, что даже это, и им не надо, и, в общем-то, вот, подрочить и тому подобное. Все. А какого? Это голосовое просто растянутое на 9 минут или что? Я не понимаю, почему повторение идет? А, все, нет, больше не надо. Все, как бы, там. Или кто-то пососать и тому подобное. Тоже бывает. Что. Я это дело не люблю, но если так получится, что человек, ну надо, вот, ну, хочет со мной жить. Я хочу с ним жить, но придется. Ну а что, что его упускать, что ли, такого хорошего человека? Нет, это нельзя делать. Поэтому, если уж так получится, ну, придется, так сказать, поставлять задницу свою. Ну, что же делать? Я второй раз ору, блядь. Придется, говорит, задницу поставлять. Ну, что же делать? Второй раз слушаю, второй раз смешно. Как же это? Надо же все-таки как-то... совершенствоваться. Не только же в одной функции, так сказать. Но при этом я умею, и, естественно, те люди, которые в теме, они умеют... Кто в теме? Друг другу, вот, ну-ка, в транспорте, там где-то на улице. Они оказывают знаки вот это внимания. Ну, естественно, я этого человека сразу примечаю, и если он не настолько замкнутый, ну, мне просто это пока для развлечения. Мне дело сейчас пока мне это не нужно, потому что, во-первых, отец, потом еще, он, если захочет постоянно ко мне приходить, это не получится и тому подобное. Что? Я просто это практикую, просто усовершенствуюсь, в общем-то, в знакомстве на улице, потому что в интернете у меня не получается, значит, искать вот эти платные вот эти ресурсы интернета я не умею, потому что я ни хрена в интернете не понимаю, поэтому по старинке. Как вот 90-80-е годы знакомились такие люди, там, ну, были определенные места. Сейчас эти определенные места, они остались, но ну, они, конечно, переместились на другие точки города, но они так и остались. Бывает даже, вот, даже где вот... в точках общепита, я знаю некоторые точки общепита, в которые именно ходят такие люди. Вот, и значит, ну, я вот там знакомлюсь с... Это какие-то точки общепита? Это вкусная точка, блядь? Макдональдс, что ли? Какие конкретно точки-то? Может, KFC? Этим, ну, мне более-менее ничего просто, вот, если понимать, я... Сыто-пьяно, блядь? Я там был, там, кстати, нормально было. Сразу открыты, потому что они потом не понимают, начинают смущаться, я говорю, что... Меня посвятили в этот клан. Не смущайтесь, все-таки, человек свой все-таки, и тому подобное. Ну, что-то, Блять, он про шоколадницу. Сука, я так и знал. Еще и название такое уебанское, блять, максимально. Так и думал. Ну, 100% шоколадница. Что еще может быть? Которые просто смущаются, там ничего, это приглашают к себе домой, они думают, что это какие-то побуждения, какие-то стороны, да ничего, не, ну, вообще-то. Потом знакомиться, это неудобно, что в транспорте в основном еду, я так нигде не... С пятой минуты смотри вот этот видос. Чё там? Ну, наверное, вот эти... Все еще скуфы скажут нейросеть. Скуфы это кто? Норме сливай с двачей. О-о-о! Двачеры настолько хейтят Никиту Хапатроник, что создали нейросеть, чтобы записать это его голосом. Хапатроник. Я оказался то Никит Битардом. Оказался Никита Битардом. Не гуляю. Да и видок у меня страшный. У меня рубашка вот эта грязная вся. Вот эта, ну, мне типа, постирать, мне все равно. Все, ходить. В общем-то, я ее одел, все. Поэтому ко мне ни один не пристанется. Они еще любят все чистое, там такое... красиво еще, но я не люблю все. Я к этому отношусь более-менее ничего, нормально.
вот так, значит, как, ну, как более-менее нормальный гомосексуалист. Не, все, была проверочная, блядь, работа. То, на чем нейросеть рассыпется, он сказал четко, гомосексуалист. Это сказал он, это не нейросеть. Все, я разоблачил. Докажи, ну вот смотрите. Как, ну как более-менее нормальный гомосексуалист. Это не нейронка, блядь, все. То есть я не хочу это все вчистить, там одеколонами себя душить, нет, не нравится. Вот, поэтому, ну, значит, помылся, сам подмылся, все. Одежду я вообще не стираю, месяцами не стираю, естественно, все превращается как бы в полное безобразие, все в пятнах, обляпанное, в общем-то, и тому подобное. Ну, она более-менее, чё. Ну, пока до дыр не дойдет, я... Почему отношу. Повторяется все? Илья, он портной, мне зашивает, я дальше ношу. Ну, мне просто нравится из натуральных материалов рубашки, и вот которые сейчас делать мне не нравится, я ношу несколько советских рубашек, и они... У меня Альцгеймер, что ли? Они просто грязные уже, просто стирать надо. Ну, тем более, я никак, ну, вот сейчас я никуда не хожу, вот это, постирать мне не хочется, ну, потому что, как бы, у меня не стоит такая задача, и во-первых, нормальный бы человек давно бы постирал, вот только когда, вот, манжеты вот это, ну, не манжеты, как называется, ну, где лацканы, вот там, то есть, обод такой, где на шее, там, значит, Да это не нейронка, блядь, ну, кто еще в здравом уме такие слова произносит в 19? Грязница, надо стирать. Вот, я не стираю. Ну, значит, она мне уже вся серая, там такая вообще ужасная. Я говорю, что постирай, ты уже не стыдись. Я говорю, ну, для кого, во-первых? Потому что мне, ну, в первую очередь, никого не приглашу, потому что либо убегут там, либо чего испугаются. Я именно ищу такого, так сказать, ебанутого, да. Ебанутого гомосексуалиста. Они хотя все ебанутые. Потому что бывают такие, как бы, фетишисты, они вот любят вот это, члены показывать, в общем-то, вот это, жопы. Фетишисты, они вот любят вот это, члены показывать, в общем-то, вот это, жопы там, ну, фотографии жоп там и подобное, там это все. Дрочить на камеру, ну, это я все не люблю. Я, конечно, люблю посмотреть вот эти дела, ну, чтобы там сделать вот это дело. Но... Кому он это рассказывает? Это он в приватке своей, может быть, сделал, ну, знак качества, блядь, и он там сидит и такой, я ебать сейчас вам поясню, нахуй. Ну, потому что уже настолько я уже, это, так сказать, привык к этому делу, что если и по-другому, я, ну, приходится, более, ну как вот, когда импотенты, они вот такие уже все, они берут и кольца там, в общем, ставят. Но я это пока еще не дошел до такого, ну я считаю, это дело, я знаю. Нихуя себе, Никитос-то прошаренный какой-то типчик, блядь, какие-то кольца, блядь, ставит, слышишь, там сидит. Ну вот, и поэтому бывает, что без этого даже возбудиться не могу. Так, ну, но если... Без чего? Можно еще раз? Ну вот, и поэтому... Без своего патефона даже возбудиться не могу. Ну, бывает, что без этого даже возбудиться не могу. Блядь, что? Так, ну, если человеку нравится, все это без проблем. Вот, а вот это все, да. И, значит, ну, в итоге так, забыл, что хотел сказать дальше. Так, продолжаем. Значит, с кем только я знакомлюсь, сам это натурал, не натурал, я говорю свою ориентацию, потому что, ну, чтобы знали, потому что что-то такое бывает иногда, ну, может быть, что-то кого-то подкинут и тому подобное. Тем более, что, естественно, то не безобразно, даже у животных, ну, вы это и так все знаете, что я буду вам объяснять. Врачи это все. Так, ну, поэтому я на эту тему могу совершенно, я и вообще на другие темы могу, если бы я знал бы, если бы у меня мозги бы работали, потому что у меня... По-моему, у меня мозги работают только в одном направлении. Это то есть вот эти сраные животные инстинкты. Хотя в моем случае и хорошо, и плохо, потому что это иногда мешает. Я думал сначала, что он про животных в другом плане скажет. И во-вторых, потому что, ну, об этом, ну, говорить можно обо всем, но почему-то у меня тут вот эта как бы тема, она... А вообще, потому что с головой связаны все вот эти как бы шизофреники и около... А нахуй
нахуем нет с памяти, ребята? У вас же есть охуенный предводитель. Лидер, блядь, который проверяет всю хуйню. Екатерина Мизулина, скинул тебе видос нужный. Да! Для того, они сейчас. Как бы, ну, вы знаете, что они, в общем-то, ну, постоянно, в общем-то, хотят секса. В общем-то. Кто, животные? Функция мозга у них какая-то там как-то... Ссылку только не пали, хорошо. Сделано так, что вот, ну, бывает, что сделать. Ух, Никитос, блядь, ну ты у нас, получается, коммунист-гомосексуалист. Никита Электрон. Ух ты, на 15 минут, блядь. О! Доступ по ссылке закрытый, ой-ой-ой. И вот еще. Знакомый какой-то там. Вот, ел, например, человеческое мясо. Ну, же там нет. Ну, сам-то я это, естественно, пробовать и пробовать не буду. Вот, но мне сказали, что как бы, ну, были такие случаи. Там, человек, когда его поймали, все-таки, он рассказал, что. Ну, поймали, естественно, полицаи, пинкертоны. Значит, я сказал, что там это, значит, ну, ел, это все такое, что делал, и спросили его, и он так между слов сказал, что мясо человеческое, оно сладкое. Ну, не знаю, насколько оно сладкое там и тому подобное, все-таки, когда я, ну, я чем-то, когда порезался, я кровь, например, вот это, вот это отсасывал, потому что, ну, чтобы не лилась она все-таки. Вот, мне она показалась все-таки не сладкая, а такой вот, ну, металлический вот этот, такой. Слушай, не кажется. Бля, ну это пипец вообще, на самом деле. Это, ну, если на серьезных щах это смотреть и не думать о том, что он не может ничего там никому сделать, ну, по факту, бля, это ж пиздец. Ну, то есть, как минимум, проверка должна быть. И там уже, блядь, выяснят, нахуй. Нейронка это, блядь, не нейронка это, блядь, вот, ну. Это ж пиздец. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя, блядь, есть фрик, который какую-то хуйню несет, который, в принципе, ну, уже может быть подозреваемым в нарушении общества, например. Ну, то есть, да, он там может ходить на лечение или еще что-то, но он состоит на учете, например, его проверяли, я думаю, нет. Ну, может быть, это несравнимо, потому что это же невинозное. Ну что, кто, блядь, в чем слышится все? Да, он. Поэтому я не могу это сказать. Это так. Тем более, мне совершенно не ясно, почему и... По какому-то такому-то... Ну, сказали тебе, например, что так-то, так-то, такой ориентации, что... Ну, ты же таким же и являешься человеком. Ты, например, не придумываешь это все дело. Что тебе обижаться? Ну, если тебе сказали ту информацию, которую ты и сам знаешь. Я, например, не считаю... Я пытаюсь понять, например, просто, о чем. Ругательством – это просто характеристика человека. Вот. Потому что мне же подобные вещи тоже говорили. Ну, я даже по поводу этого ничего не сказал. Я говорил, ну, да, естественно, так и есть все. Ну, потом им... Они хотели же поругаться, но я это дело не люблю. Я это блокирую. Вот это. Хотя сам-то очень нервный и беспокойный человек. Вот. Он, например, пытается какую-то мысль донести, и непонятно, что он доносит. Не потому, что мы смотрим не сначала эти голосовые, а потому что его, блядь, речь, она вообще никакого смысла, блядь, не несет. То есть это какой-то набор слов. Если бы хотели его подставить, наверняка было бы так, что всем бы понятно стало сразу. Он не может мысль свою высказать так, как он, что он там у него в голове происходит. То есть, ну, мысли расположены хаотично. Короче, пиздец, это какой-то бред ебаный, реально. Клиника, блядь, без шуток, да? Это клиника. Ну, я думаю, есть тут какие-то ребята, которые шарят, ну, очевидно, что он нездоров психологически. Ну, и типа, надо... Что? Надо. Ну, вот я глазку дал какую-то, блядь, посмотрим. Чё-то как-то, блядь, никто про это не знает, кстати, самое забавное. Тут человеческое мясо сладкое, блядь, чего нахуй вообще?